Вы сейчас подаете документы на РВП, да? Да, вот сегодня первый день приехали, нас организовали, привезли. РВП, и дальше, собственно говоря, можно уже получать работу, и патенты никакие не нужны. Детский сад ребенка, школу. Да. Анна с детьми приехала из Донецка, занимается обустройством и оформлением документов. Теперь это сделать гораздо проще. С февраля в Одинцовском округе работает консультационный центр по вопросам гражданства. Здесь действует принцип одного окна. Получить необходимую услугу можно максимально быстро. Задача наша была сделать все прозрачно, чтобы каждый человек понимал, какие документы нужны, исчерпывающий перечень. Второе, фиксированная цена, чтобы никто не наживался, спекулировал, не посредничал на этой теме. Это вообще ненужная история, потому что здесь за очень короткий срок граждане Узбекистана, соответственно, Украины, Белоруссии, Киргизии, вот мы видели, разговаривали с ними со всеми, и из любой точки мира могут получить эти документы. Для беженцев из Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения на территории Подмосковья, все услуги предоставляются бесплатно. Сегодня каждый пятый, обратившийся в консультационный центр, из Украины или из ЛДНР. Губернатор уверен, что центр поможет людям устроить детей в школу, детские сады, получать медицинскую помощь, найти работу. Здесь все оцифровано, все базы взаимосвязаны между собой. Я очень надеюсь, что все, кто к нам приехал работать, жить, будут удовлетворены нашим качеством услуг. Открытие центра позволило не только создать более комфортные условия получения документов иностранными гражданами, но и снизить нагрузку на районные подразделения Главного управления МВД России по Московской области. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».